Ага, Тетяна Миколаївна, 14 років, старша медсестра дитячого відділення, а в період спалаху пандемії коронавірусу, коли інфекційне відділення вже було переповнене, перша зустріла коронавірусних хворих. Тетяна Миколаївна, скажіть, як це відбувалося, які ваші були думки у цей час? Для нас это было, конечно, как снег на голову. Мы ничего не понимали, мы не знали, куда себя деть, кого, что, конечно, благодаря нашему руководству они нас поддержали в эту минуту. И с 21 числа у нас наше отделение детское было перепрофилировано на инфекционное отделение номер 2. 23 числа у нас поступило первых 10 больных, которые из этого момента мы остались тут, прожили вместе с ними. И по сравнению с детьми, взрослые, это большая разница, потому что, я же говорю, детки хоть молчат, а это много спрашивают, он как взрослый человек. Но ничего страшного, мы с этим справились, получили большой жизненный опыт. С нами, конечно, была наша заведующая МОСКУ Татьяна Николаевна, и мы вместе это все преодолели, эти трудности, и набрались много жизненного опыта. Чи були у вас думки залишити це все, просто піти? Чи було вже таке, що ні, я залишаюся, я допомагаю людям? З першого моменту у мене дівчатки умнички, ніхто не оставив і ніхто навіть не задумувався про те, що треба покинути відділення. Мы это все прекрасно поняли, осознали, что нужно помочь этим людям, хоть мы столкнулись с неизвестным нам вирусом. И мы остались тут. И, ну, конечно, слава Богу, это все закончилось, но мы хотим вернуться в наше родное отделение. Як у колективі підтримували одне одного? Чи було, можливо, місце гумору у такій складній ситуації? Всегда это присутствовало, потому что для нас это наши защитные средства. Честно, мы когда заходили туда, нам говорят, о, наши инопланетяне пришли. Неудобно, но прикольно, честно. Якось ви почувалися у цих скафандрах, так, будемо так говорити, ці захисні окуляри. Скільки годин ви перебували у таких захисних костюмах? Заходили туда на обход вместе с нашей Татьяной Николаевной с 10 часов. И, ну, все в зависимости от состояния здоровья больных, максимум это было до 6 часов рабочего времени. Ну, понятно, мы не один раз заходили, нужно было и 2 раза, и 3 раза, потому что это взрослые. Часто было такое, что ухудшало состояние здоровья, и ночью вызывали дежурных врачей. Ну, слава Богу, все нормально. Так, як ви зіткнулися вперше, да, з такими хворими, хто вас вчив, хто, можливо, навіть надихав вас допомагати людям? По поводу организационных моментов, большая, огромная благодарность и поддержка это нашему руководству, кто поддержал первый, главный врач Жуковский Александр Юрьевич прибежал, сказал, вы не переживайте, все будет нормально, также начмед Соловьева Валентина Сергеевна и главная медсестра, которая вот с нами была с первых дней, которая помогла организовать, перепланировать нашу ту зону, начиная от грязной, заканчивая чистой, научила, как правильно одевать защитные средства и, вот, говорю, правильности и нашего применения этого. Вот, и благодаря этому никто не заболел. Як вас підтримувала ваша родина? Чи було таке, що все йди, не треба, пиши заяву, так? Було таке? Первая неделя – да. Пиши заявление, уходи, я говорю – нет. С самого детства я мечтала быть медсестрой, говорю, тем более в этой ситуации, говорю, я никуда не уйду, не оставлю своих, потому что если бы я убежала, побежали бы за мной так же. Ну а потом как-то смирились, и честно, вот есть поговорка, друзья познаются в беде, от многих я получила массу поддержки. Каждый день много привозили, даже вкусности нам, честно. Я говорю, такое ощущение, что говорю, мы тоже больные. И, ну, все нормально. По сравнению с окончанием уже этой нашей пандемии, то все с этим смирились.
Вже зараз пройшов той складний час, позаду залишилися ті страшні моменти. Що зараз у вас, які у вас зараз думки, що у вас на душі? Чесно, на душі покой. Тому що ми раді, що наші больні виздоровіли. У мене, слава Богу, в відділенні ніхто не заболів. Всі умнички, я вот этим вот горжусь. И живу рада, потому что с понедельника, с 22 числа, мы уже будем рады сидеть у себя на своих рабочих местах и лечить наших маленьких пациентов, потому что мы им отдавали эти все 14 лет, ну, к тому же больше и меньше, всю душу. И всем сердцем старались, чтобы побыстрее выздоравливали, как поменьше было больных. Можливо, пройшла якась переоцінка, так, з погляду вашої роботи, можливо, вашого життя в цілому? Все переосмислено взагалі в житті. Ми за півтора цих місяця настільки багато набрали життєвого опиту, повзрослили навіть. І, чесно, полюбили друг друга ще більше. У нас і так колектив ідеальні, добрі, всі милосердні, всі кваліфіковані у мене працівники, всі медсестри з вищої категорії, санітарочки, умнички. Тому що ми ж служимо і мамою, і буває навіть і папою. Ну, найголовніше, що ми любимо самих наших маленьких пацієнтів. Напередодні Дня медичного працівника, що ви побажали своїм колегам? Дорогі всі наші медицинські сотрудники, друзі, колеги, в преддверии нашого праздника професіонального хочу саме перше пожелати це крепкого здоров'я, успіху, труда, взаємопонімання, любви, удачі, благополуччя. І пусть буде у вас на серцях тепло і уют, в душі покой. Никогда не теряйте веру в свои возможности, знания, дерзайте. Ну и в целом, что наши профессиональные победы всегда являются чья-то вот дорогая для нас жизнь. С Днем медработника. И мы вас в свою чергу вітаємо з Днем медичного працівника. Єдине, що хочеться сказати, це велике дякуємо за вашу нелегку працю. Большое вам спасибо.